Берацик здорово обыграл и здорово забил. Даниэль Оте! То, чего не сумел добиться Витязь во втором периоде, делает команда прямо сейчас. И даже я бы... Да, это потеря для Бориса, потому что у них сегодня очень здорово. Уилл, бросок и гол! 4-3. Джордан Уилл выводит Акбарс вперед впервые в этом матче. Ну что ж, рано или поздно вот такие проходы. Помнишь, там были моменты и у Кагарлицкого, и у Петрова, когда вот так на пятак лезли. Рано или поздно... Овертайм уже на 44-й секунде. И поздравления принимает лучший бомбардир команды Лукаш Радил. Акула. И уголок срезает. И передача под бросок. Гол Сергей Плотника. Акула. Гениальная передача. И сумел ее сделать себе за спину, и там абсолютно один Сергей Плотников. Молодым игроком подающим надежду, назначен лидером авангарда, но это Николай Голубин, его остановили, Голубин! 1-0, Металлург, снимая шляпу, Николай Голубин просто шедевр. Меня больше удивило, что вот здесь, казалось, что шайба уже вот тут. Ну а Егор Миловзоров по-прежнему на льду не появляется. Даже в овертайме. Кудака. Видимо, повреждение. Хоть 70 номер получил. Кудака. Сам бросает и забивает. Вадим Кудака. Приносит Сибири второе дополнительное очко в этом матче. Ну, слушайте, со второй попытки Кудака своим шансом воспользовался. Кузьменко ложится на боевой курс, убирает одного, второго, третьего и, я бы сказал, тачдаун от Кузьменко. Это вот мы прям несколько минут назад говорили о Моисееве. Вот то, что Моисеев не сделал в предыдущих моментах, это сделал Кузьменко. Понятно, что руки у Кузьменко, конечно, очень быстрые, но... Качнул корпусом и в итоге прошел Роберта Робу. Сместился в центр. Опасный момент. И какой бросок! Виталий Кравцов 1-0. Великолепная шайба, которая выводит трактор вперед в этой встрече. Семь набранных очков. 1 плюс 6. 32-й игрок проводит. 9-й номер мяча. Ну и красиво как Воронин! И это гол! 2-0! Как все индивидуально здорово сделал Воронин! Кемпе пошел на троих. Удачно на Воронина шайба отскочила. Посмотрите, как он тут крутанулся, развернулся и на неудобной высоте с кистей бросает. Вот здесь шайба отскакивает к Воронину. Ой, как ушел от троих.